Всем привет! Сегодня морской окунь. Есть вот такая тушка на 2 с лишним килограмма. Замороженный. Рыба очень вкусная. Мне нравятся именно большие. Поэтому пришлось взять такое. С ним надо работать осторожно. Эти шипы, плавники очень острые, как колючки. Даже шипы можно пораниться очень здорово. Задача такая. Нужен кусок, который поместится вот в эту чугунную утятницу. И всю рыбу размораживать нельзя. Поэтому придется пилить. Нашел лобзик с ножовкой по металлу. Да, будь рыбы поменьше, это был бы подходящий инструмент. Но не в этот раз. Тут нужно что-то более радикальное. Думаю, это подойдет. Такой кусок подойдет. Отлично. Помещается утятница. Вот сколько крошки рыбы. Но этот кусок идет дальше в морозильную камеру до следующего раза. Теперь надо разморозить нужный нам кусок. И мы продолжим. Ну что ж, надо опять снять кожу рыбы. Это проще, чем чистить этот кусок. Очень толстая шкура у него. Это хорошо, легче снимать. Итак, кусок рыбы готов к дальнейшей обработке. Снята кожа, снята пленка. Теперь нужно сделать на больших толстых краях надрезы. Сейчас мы посыпем солью. Следующим этапом массаж рыбы оливковым маслом. Будем натирать.
Так, давайте ей дадим минут 10-15, чтобы она питала, все, замариновалась. Для нашей рыбы потребуется лук-паре, если он у нас есть. Напоминает что-то тропическое, такие листья. Порежем это все пополам. Этими листьями мы укроем рыбу. А еще нам потребуется айва. Это веточки дикой яблони. Укладываю на дно утятницы из чугуна. Из проволоки сделал самодельное приспособление. Подставка на дно. Выглядит вот так. Для того, чтобы рыба лежала не на дне, а на весу. Итак, последние штришки. Добавляем паприку. Чуть-чуть черного перца. То же самое сделаем и для другой стороны. Наша утятница готова. Теперь помещаем в духовку.
рыба готова. Что-то среднее между тушеной и на пару. Осталось только красиво сервировать. Я полил соусом, соком, который оказался внизу. Это все стало выглядеть гораздо веселее. Что-то тропическое.